году для всего профсоюза отчетно-выборный год, начиная с самых низших наших структур, с первичек, и заканчивая Центральным советом профсоюза образования, в этом году отчетно-выборный год. И вот у нас в университете все первички уже провели отчетно-выборные собрания профсоюзные, в каждом структурном подразделении уже выбраны председатели профбюро и профгрупп. Сегодня у нас отчетно-выборная конференция нашего университета. На повестке дня у нас 9 вопросов, отчет за отчетный год работы профкома, начиная с мая 2014 года и по сегодняшний день. Выборы председателя профсоюзной организации, состава профкома и так и далее. Далее, коллеги, идем дальше по повестке. Выборы контрольно-ревизионной комиссии. Слово представляется Боровиковой Алине Олеговне, пожалуйста. Контрольно-ревизионную комиссию предлагается избрать в составе 3 человек. Персонально Альмухаметова Флюра Шамилевна, начальник Губана финансового отдела, Хазиева Гульнас Каримовна, ведущий бухгалтер, Хайдарова Гузель Ренатовна, исполняющая обязанности начальника отдела кадров. Прошу зафиксировать, кто за, предложил состав. Против, воздержавшиеся, поздравляю.